Пензе в крещенские купели окунулись около 5500 человек. Наши пензенские коллеги расскажут о крещенских купаниях в этом крае. На этот раз не было привычных крещенских морозов. Температура воды плюс 5-7 градусов, воздуха 3-4 градуса мороза. Чтобы не замерзнуть после купания, разожгли большие костры. Ощущения у всех, кто побывал в купеле, незабываемые. Все отлично, супер просто. Всех поздравляю с праздником. Обязательный православный ритуал освящения воды чин водосвятия совершил митрополит Серафим. Мы верим в то, что как некогда Господь в реках Иордана, погружаясь в эти воды, мы оставим все плохое. Все то, что лежит камнем на нашей душе, на наших сердцах. И действительно получим благодатную помощь к тому, чтобы обновить нашу жизнь. Святая вода и в больших цистернах. Православные верующие запаслись ею на весь год. Она душу очищает, она дает здоровье нам. Так что она всегда нам помогает, вода. Мы когда пьем, мы обязательно молитву читаем.